бабушку просто из деревни привезли в город, потому что в деревне ей за ней некому ухаживали было. И закрыли в четырех стенах. Вот, ну, как бы в комнате там все условия, все есть, но бабушка стала просто, ну, сначала там день-два не вставала, потом вообще просто легла и не вставала. В кровати не ходила, ничего, просто заболела. Вот. И тут ей включают татарский музыкальный телеканал «Тугантель». Она включает телевизор, смотрит, слушает эти татарские песни, там же постоянная музыка, и выздоравливает, начинает ходить. Эй, папе просто позвонили, сказали спасибо вам за то, что вот включили этот телеканал, что вот, у родителей есть языковая среда благодаря этому. Ну просто за длительное время человечность вообще как некая составляющая была убрана, понимаешь, человечность. А это самое главное, понимаешь? Ну, я вот недавно в поликлинику ходил, острая боль в ногах. Мне же накануне был этот удар радикулита, скорую вызвали, и скорая сказала, ничего не предпринимайте, пока специалист, врач не будет смотреть, а то можете лишиться обе ноги. Да? Это же такое. Я еле-еле на ногах хромая пошел в платную поликлинику. Документы даю, говорю, то у вас нет регистрации, у меня гражданство российское, понимаешь? Не будем обслуживать. Говорю, как? Какая? Я же плачу. Нет, у нас такое постановление. Говорю, слушайте, при чем тут прописка? Говорю, я гражданин России. Мало что у кого могут быть какие-то бытовые проблемы и в какой-то конкретный момент не будет привязанности по какому-то адресу, да? Но я сейчас болен, пришел к врачу за мои деньги. Вы должны обслуживать. Нет! Слушай, извините.